لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك. السلام عليكم ورحمة الله дорогие братья и сестры. Мы с Халидом мастером, вы его тоже знаете, приехали в село Урма Левашинского района для того, чтобы нас сюда позвали, что у нашей старшей сестры Раиса, она болеет болезнью Паркинсона. Ей нужно операцию срочно сделать в Казахстане. Общая сумма 1 миллион рублей. За операцию уходит 800 тысяч, остальные на реабилитацию. Халид. Ассаляму алейкум. Давайте все вместе дружно сплотимся и поможем взрослой женщине Раисат, кто как может деньгами, кто может дуа, кто может прийти, убедиться, мы укажем их реквизиты тоже, номера тоже, иншаллах. Их реквизиты будут и номера тоже могут звонить, писать. Под видео внизу будет все описание. И номера тоже, иншаллах. Давайте не останемся на стороне, иншаллах. Поможем, как можем, иншаллах. Соберем эти деньги, а то, смотрите, она дрожит вся. И не может она днем и ночью спать, вставать. Давайте сплотимся дружно. Кавказцы, дагестанцы, Россия, они дружный народ. И, иншаллах, чем сможем, поможем, иншаллах, Раисатке. العز لكم والمجد لكم إن كان الجهاد مقصدكم والذل لكم والعار لكم إن كان الجاه مقصدكم العز لكم والمجد لكم إن كان الجهاد مقصدكم والذل لكم والعار لكم إن كان الجاه مقصدكم الشام لكم والمصر لكم والدنيا كلها لكم إن جادلتم وإن جاهدتم وقاتلتم وقاومتم أعداءكم الشام لكم والمصر لكم والدنيا كلها لكم إن جاهدتم وقاتلتم وقاومتم أعداءكم النصر لنا والعز لنا والله بقوته معنا جموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا مساجدنا ومدارسنا ومعابدنا ومحافلنا أراد الكفر بها شرا فاحفظها يا مولانا مساجدنا ومدارسنا ومعابدنا ومحافلنا أراد الكفر بها شرا فاحفظها يا مولانا فاحفظها يا مولانا فاحفظها